Выполнить задание, разгадать все ребусы и пройти спортивные испытания. В форме квеста уже несколько лет проходит День первокурсников в Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме. Познакомить и превратить в единый дружный коллектив 260 студентов-новичков – задача важная, ведь от этого зависит, будет ли процесс постижения наук комфортным и результативным. Дети в группу сформировались разные, с разных школ города, с разных районов, абсолютно местами друг с другом не знакомы, с каким-то своим мировоззрением. И чтобы сделать группу единым живым коллективом, это наше первое мероприятие для организации, сплочения и формирования вот такого отдельного профессионального модуля на первом курсе у каждой группы. Потому что в каждой группе есть своя специфика. У поваров это своя специфика. У специалистов технического профиля совершенно иная. Есть группы сугубо мальчиковые, есть группы, состоящие чисто из девушек. И в каждой необходимо прежде всего наладить микроклимат, чтобы на уровне эмоционального спокойствия и психологической совместимости студентам было активно. Сидеть в аудиториях, ходить в столовую, ходить просто по коридорам. Если не будет микроклимата, то и процесс образовательный пойдет не совсем так, как хотелось бы нам, педагогам. В этом году техникум уже в полном объеме выполнил план набора. Студенты начали осваивать 12 профессий и специальностей. Одним предстоит учиться здесь почти 3 года, другим 4. Большинство студентов пришли сюда сразу после школы. Но есть и те, кто решил освоить новую профессию в уже знакомом учебном заведении. Татьяна Панфилова в 2010 году здесь же освоила специальность продавца. Сейчас решила получить диплом парикмахера. О том, чтобы обучиться новой профессии на быстрых курсах, даже не думала. По опыту знает, политехнический техникум дает глубокие и полезные знания. Здесь вот как прям идет сосновы. Хоть нам еще вот и год учиться, зато уже я что-то начинаю понимать, к чему эта косметика относится, к чему это относится, сколько это хранится, сколько это хранится. Здесь уже, возможно, в дальнейшем меня уже выберут кто-то. Квалифицированный какой-нибудь хороший там начальник с какой-нибудь хорошей салона красоты. И уже у меня будет конкретно обеспеченная работа. Посвящение студенты прошло успешно. Каждая команда выполнила задание и дошла до финала. Самой быстрой и сплоченной командой была признана группа «Правоохранительная деятельность». Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.